Мы не стримим. Я никогда не стримил. На видосики пилим. Чё за говномо, блин? Чего? Говорю, говном облил. Говно что? Говном нас облил, но типа мы стримы снимаем. А что сделал? А что сделал? Помазал? Помазал так просто, да? Ого! Момент, когда он сейчас ее трахать будет. Чего? Говорю, момент, когда он ее трахать будет. Трахать? Куда вокзальный? Тут 40 как бы въезд, сейчас проебешь, вот стоподово проебешь. Ааа, какие здоровья. Точно, стоп-кран дернул. Я. Что-то я затупил. Ну да. Ну все, банда. Уважаемые пассажиры, станция вокзальная, технические причины поезд следует без остановок. В связи с обнаружением бесхозного предмета, блядь. Чего? Че, дальше едем? Да. Эй, ямщик, поворачивай к черту новой дорогой, мы поедем домой, да? С кем ямщик играю, бля, ёбаный бро. Дальнобойщик, водила шофер. Ну да, давайте еще песни петь, хороводы водить, блядь, в кабине. Вокруг контроллера, блядь. Еду в Магадан. Тормоза, не откажу мне. Че-то не так. Удержи равне, дальнобойщик, водила шофер. Мне кажется, кабина перегружена просто. Перевес. Да, слишком большой спутник, паник, квадратный метр. Там сейчас что, Костя угорает? Я вживую, я видел, что 4 человека ехало в кабине. Нас сейчас 5. Костя, ты сейчас угорал, да? Кстати, да, возвращаясь. Я слышал, вопросики были насчет сигналки, кто-то обсуждался. То, что там синий запрещающий, все дела, да? Да. Да. Вот, так это же, скорее всего, человек с железки просто. Железки синий же вроде. Понимаешь, дело, он не железки, просто он спиздил информацию с железки, скажем так, в гугле или где там, не знаю. Ну да, скорее всего, это так и есть. Он просто загуглил. Ну, кстати, зря почему-то. Чего? Ну, зря, кстати, люди считают, что типа вот это два разных мира, еще что-то там подобное. Если совсем в историю так окунуться, то первые вообще все правила движенцев и все сборники, все эти, они были написаны еще, блядь, в хуй знает в каком году там. Дай бог, чтобы это 900-е года пошли. Они еще кровью были написаны. Да, на полном серьезе, что они пошли там с паровозной тяги еще даже. Ну, и... нам в ОПЦ, когда я на помощника учился, говорили, что все с ЖД начал. Непосредственно. Да, о том и речь, что практически все инструкции, которые пришли в метрополитен, они разрабатывались на основании железной дороги, то есть опыта железной дороги. И поэтому говорить, что «Ах, ПЦН, блять, хуйня, ебаный в рот, сейчас метро до ЦХ, ты говно туда-сюда». Ну это как бы глупо. Да. Правильно, все основано с ЖД. Метрополитен, тоже самая железная дорога. Только под землей. Механик. Чуть-чуть. Помнишь, раньше вот ПКшников, по-моему, помогал, иногда кикали. Короче, с причиной синие разрешает маневры. Да, точно. Я говорю этому чуваку повезло, что стал Грей не было. Потому что если бы он стал Грей, то он на орбиту полетел. Ну это же глупо, ты же понимаешь. Хотя нет. За маневры на синий можно и полететь, да, согласен. Но суть-то вся в том, что я сам, честно говоря, не понимаю, почему синий выбрали. Ой, сейчас опрокинемся, наверное. А нет. Слушай, я не задавался таким вопросом, почему? Даже сам инструктор меня в метрополитене не мог ответить на этот вопрос.
Хотя вообще раньше, когда только-только открылся метрополитен, по-моему, сигналов еще так много не было. Ну, естественно, системы безопасности совершенствовались, то есть то, что мы сейчас имеем по-синему, это уже плод разработок, то, что у нас дополнена система. Кстати, Ника, не узнаешь станцию? Да, узнаю. Чё, вишмастер? А чё здесь за станция такая? Здесь у него была первая практика, недопрактика. Слушай, я конечно, просто я не могу терпеть, но ты можешь ручку Т2 ставить с открытыми дверями, а?